Три года назад Барнаул лишился знаменитой надписи, одного из последних осколков советской эпохи. Барнаул – город орденоносный и макета ордена Октябрьской революции. Многие горожане были возмущены, но власти Барнаула объяснили – конструкция проржавела и может рухнуть. Этим летом мэрия пообещала возродить монументальную надпись. Изготовили новые буквы и решили спросить у барнаульцев через соцсети о том, какое место является наиболее удачным для их размещения. За три недели голосования барнаульцы предложили три десятка вариантов. Одними из самых популярных оказались пересечение Павловского тракта и улицы Малахова, террасы Нагорного парка, а также нулевой километр одно из зданий рядом с тем местом, где надпись была раньше. Из всех предложений комитет по строительству отобрал 18, такие как склон горы напротив площади «Спартак-2» специалисты отбраковали. Здесь есть несколько минусов. Это нарушение существующего полаживания западных откосов Нагорного парка. Сразу последует нарушение водостока террас и недостаточно будет широкий обзор. Отмели и слишком дорогие варианты, и те, что нарушают сложившийся архитектурный ансамбль. Что же до крыш жилых домов, то эксперты отмечают, сейчас не советское время, когда ставить надписи можно было, никого особо не спрашивая. Теперь же все надо решать с собственниками жилья, а это не всегда просто. В этом плане неожиданно удачным, по мнению специалистов мэрии, выглядит вариант разместить буквы на здании самой мэрии. У такого размещения есть ряд преимуществ, ну, по крайней мере, два. Первое. Здание и, соответственно, будущая надпись прекрасно видны всем тем, кто въезжает в город со стороны нового коммунального моста. И второе. Специалисты администрации будут иметь постоянный доступ к конструкции и, соответственно, следить за ее состоянием. Теперь пожелания горожан и мнения чиновников рассмотрят профильные специалисты. Барнаульские архитекторы, общественная городская палата, депутаты и представители разных объединений. Все вместе они окончательно определят место, над которым возвысится полюбившаяся горожанам надпись о том, что Барнаул – город орденоносный. Илья Кочетков, Александр Антропов, «День с толком».